Щелковском театрально-концертном центре проходит елка главы городского поселения Щелково. Детей стараются порадовать всем, чем только возможно, и, конечно же, поздравляют с Новым годом. Что хочется сказать? Хочется поздравить с наступающим Новым годом, прежде всего, чтобы этот Новый год принес им все самое лучшее и все о том, о чем они мечтают. Чтобы дети наши росли, радовали нас, добивались новых успехов, росли не только в рост, но и умственно, и талантливо, чтобы они созидали и были достойным поколением, которое мы воспитаем и продолжат все наши начинания, и город расцветал и расцветал. В этот день ребятишки и их родители много смеялись, поздравления с Новым годом звучали на каждом шагу, в фойе разыгрывались театрализованные представления, шуточные забавы, игры и пляски, дети были очень нарядные, даже самые маленькие. Среди них можно было увидеть фей, снегурочек, зайчиков, и все они были такие счастливые и очень веселые, наверное, еще и потому, что рядом с ними были их мамы, тоже очень красивые. Настроение праздничное, предновогоднее, ожидание чуда. Все замечательно. И, конечно же, в этот день для всех больших и маленьких зрителей Щелковский драматический театр показал замечательный спектакль-сказку, где, как это и должно быть под Новый год, добро победило зло. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».